Приветствую участников группы «Силачи старой школы». После недавнего выступления в ресторане «Иван да Марья» у меня закралась такая идея, в общем, собрать вот такую вот псевдоштангу и немножечко дома потолкать. Дело в том, что потолки у меня довольно низкие. Да, я достаю до них руками. Если сюда налаживать блины, то я думаю, пробью блинами потолок. Вот. А в ресторане «Иван да Марья» мы использовали очень хитрый способ. Мы просто привязали кеги к двум арматурам, что позволило их удобно толкнуть. В общем, дома соорудил вот такую штангу. Сейчас тоже попробую чего-нибудь. Две шестнашки пожал, две 24 тоже пожал. Две 32 уже буду толкать. В общем, смотрим.